Добрый день, уважаемые гости! Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить очень важное для культурной жизни Ямала событие. Событие, которое открывает новые возможности для развития ямальских библиотек на основе внедрения в практику их деятельности информационных технологий. Знаковым событием для Ямало-Ненецкого автономного округа стало подписание 24 октября 2013 года соглашения о сотрудничестве с президентской библиотекой имени Бориса Николаевича Ельцина. И сегодня мы пригласили вас на открытие регионального центра доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина, который создан на базе Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках подписанного соглашения. С удовольствием передаю привет от нашего коллектива, генерального директора. И поверьте, для нас это событие, поскольку буквально только что у нас закончился День Арктики в президентской библиотеке. Такой масштабный был проект, в котором Ямал и губернатор Ямала приняли самое непосредственное участие, за что это отдельная благодарность. И вот, продолжая арктическую тему, мы все-таки планомерно, как и договаривались в октябре прошлого года при подписании соглашения с Дмитрием Николаевичем и Евгением Евгеньевичем, сегодня являемся участниками этого замечательного события, открытия центра регионального, и выполняем те наказы, которые нам были даны при открытии проекта как такового, то есть развивать региональную сеть. Я вас поздравляю и в добрый путь. Я вас поздравляю искренне с таким историческим событием. Мне очень хочется, чтобы вот то, что вы увидите, то тепло, что вы услышите, ту информацию, которую вы услышите, чтобы вы привезли домой, ваше муниципальное образование, ваши библиотеки, поделились своими коллегами. Ну и, конечно, наверное, с главными, кто у нас на сегодняшний день есть, это наши читатели, наши посетители. Поэтому я вам желаю плодотворной работы и добро пожаловать Центр доступа региональной библиотеки, президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо. По традиции мы предлагаем Сергею Михайловичу Макееву передать Наталье Альбертовне Сихвард электронный ключ и тем самым символически открыть доступ к ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо. 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 Спасибо.